Пансионат «Крымская весна» находится на юго-востоке Крымского полуострова, в живописной Сударской долине, в краю солнца и здоровья. Четыре современных спальных корпуса здравницы органично вписаны в окружающий ландшафт. Из окон комфортабельных трехместных, двухместных и одноместных номеров различной категории открывается неповторимый живописный вид моря, гор и старинной Генуэзской крепости. Вся территория пансионата представляет собой ухоженный тенистый парк с местными и экзотическими растениями, розарием, уютными беседками и скульптурными украшениями. Для отдыхающих предлагается трехразовое питание по системе «Шведский стол», которая включает в ежедневный рацион достаточное количество мясных, рыбных, кисломолочных, молочных, овощных и других натуральных, экологически чистых продуктов. В просторном трехэтажном корпусе находится лечебное отделение, где можно получить консультацию физиотерапевта, педиатра, стоматолога, пройти курс физиотерапевтического восстановительного лечения. Основные профили – это заболевания органов дыхания и верхних дыхательных путей, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. К услугам отдыхающих – гидромассаж, душ-шарко, лечебные ванны, классический массаж, оздоровительные ингаляции, ароматерапия, современный стоматологический кабинет. Неповторимый климат Судака улучшает состояние органов дыхания, укрепляет иммунную и нервную системы, заряжает положительными эмоциями. Для проведения совещаний, семинаров высокого международного уровня в пансионате имеется конференц-зал на 105 мест, оснащенный современной аппаратурой. Участники конференции могут совмещать плодотворную работу с хорошим активным отдыхом. К морю ведет пешеходная аллея. Она проходит мостиком над трассой Судак-Новый Свет, минует величественную портовую башню средневековой Салдаи и выводит к галечному пляжу протяженностью 100 метров. Пляж оборудован двухъярусными соляриями, удобными лежаками из экологически чистого дерева. На территории пляжа находится кафе, медпункт, пункт проката пляжного инвентаря, душ с пресной водой. Для морских прогулок имеется скутер, катер, катамараны. Проводится анимация для детей и взрослых. Для разнообразного отдыха в пансионате имеется финская сауна с бассейном, бильярд, прокат спортинвентаря, библиотека, открытая детская площадка, игровая комната, экскурсионное обслуживание. Проводятся музыкально-развлекательные и спортивные мероприятия. В пансионате «Крымская весна» созданы все условия для спокойного и активного отдыха круглый год.